среду в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха в дневное время плюс 10, плюс 12 градусов. Ночью 4-6 выше 0. В Сызрани на небе облака, возможен дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 6. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 11, тепла, ночью 6 с плюсом, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 11, ночью плюс 3, ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.